о пропавшем аквариуме. Ребята возвращаются из экспедиции. Только посмотрите, они перепачкались с головы до ног. Ну и дела! Я ничего не вижу! Голова кружится! Бабл, смотри, куда идешь! Прости, просто мой аквариум такой грязный! Если твой аквариум грязный, просто сними его! О, Скотт, не будь таким грубым! Бабл, ты в порядке? В любом случае, смотри под ноги! Прости! Тейбер, помоги мне, пожалуйста! Конечно! Кажется, стало только хуже! Кибер, мне нужна помощь! Ладно, Бабл, погоди минутку! Знаешь ли, было бы здорово иметь ванну. Это другое дело. Мне пора. Пока. Увидимся. Никак не отмою. Сегодня был странный день, но я не помню, что в нем было странного. Какая разница? Поставлю аквариум сушиться. Затрата времени. Кто станет этим заниматься? Всем оставаться на своих местах. Детектив Дуда готов действовать. Ага. Что это? Он снова будет играть в детектива? Дуда, пожалуйста, помоги. В мире нет такого дела, которое не может распутать детектив Дуда. Ведь у меня есть книга правил для детективов. Так, правило детектива номер один. Нет сомнений, что вор всегда возвращается на место преступления. Возвращается? А почему ты нервничаешь? Ты чувствуешь себя виноватым? Вор, который похитил аквариум, сейчас находится среди нас. Что? Я могу узнать, кто взял аквариум, просто смотря на их лица. Итак, правило номер два. Место преступления должно оставаться нетронутым, чтобы найти улики. Точно! Никому не двигаться! Принадлежит мне. Дуда, здесь твои следы, потому что ты сейчас здесь ходил. Ну что мне делать? Правило номер три. Если улик нет, найдите кого-нибудь, кто видел произошедшее. Точно! Уверен, мистер Буба мог что-нибудь видеть, ведь он всегда сидит возле зеленого дерева. Итак, мистер Буба, вы вчера вечером ничего странного не видели? Вчера вечером? Вчера дул такой приятный ветерок. Здорово, правда? Вспомнил. Я видел, что кто-то тут ходил. Кто это был? Вчера я видел... кого-то, но не знаю кого. Спасибо за помощь, мистер Буба. Погоди. Кажется, этот кто-то был в шляпе. Я правда, да? Что? Откуда мне знать? Куда делась моя ваза? Ага!
Значит, тебе была нужна ваза, да? Давай, пора признаваться, да-да. Нет, это была не я. Поверь, Дуда, ты ошибаешься. Ну, мы узнаем, ошибся я или нет, обыскав твой дом. Так, давайте искать. Здесь. Нашел! Вебер вчера зашел в гости и подарил ее мне. Правда, красивая? Как неловко. Теперь мне что делать? Время правила номер 4. Правило номер 4. Нет. Было бы здорово иметь ванну. Стоять! Что такое? Что ты делал вчера вечером? Вчера вечером? Я решил немного прогуляться. И где ты гулял, Чуку? Я гулял в бамбуковом лесу возле зеленого дерева, мимо дома Бабл. Попался! Никто не смеет трогать Чуку. Хочешь драться? Ты взял аквариум Бабл, верно? Ты налил в него воду, чтобы умыться. О чем ты говоришь? Это был не я, Дуда. Ты не оставил мне выбора. Щекотка, щекотка, щекотка. Ой, хватит, Дуда. Говори правду. Ты взял его, верно? Не умывался вчера. Воду найти не так просто. Я не умывался уже 2 дня, ясно? Я не бар. Опять промах. Но кто же это тогда? Все еще не нашли аквариум. Понятия не имею, где он. Да, что такого особенного в этой стекляшке? Если твой аквариум грязный, просто сними его. Точно. Я вспомнил, что вчера ты говорил Бабл снять аквариум. Ты это о чем? Нужно было сразу догадаться, Скотт. Ты хотел, чтобы Бабл сняла аквариум, чтобы украсть его. Это просто нелепо. Это не я. Признавайся, где ты был вчера? Где ты спрятал аквариум Бабл? Ты собираешься отрицать все наши доказательства? Говорю вам, что не делал этого. Зачем мне вообще этот аквариум? Ты же забрал моего смузи, помнишь? Я уже говорил, что не брал его. Ветер принес его ко мне. Вот они все где. А ну, признавайся. Что за ерунда? Это был не я. Ну и вру. Бабл, наконец-то я нашел тебя. Я уже везде искал. Вот новый аквариум, о котором ты просила вчера. Я разве вчера просила новый аквариум? Ничего не видно. Бабл, что случилось? Из-за грязи на моем аквариуме. Отмыть я его не могу. Хочешь, я обменяю его на новый аквариум? А вы можете? Конечно, могу. Но не прямо сейчас. Мне нужно доставить эти письма. Ладно, я просто оставлю аквариум возле своего дома. Не оттирается. Пусть сначала высохнет. Вот аквариум Бабл. Обменяю его на чистый. Так я для вас его там оставила. О, Бабл, ты снова забыла, что делала? Я же говорил, что не брал его. Дуда, какие еще есть детективные штучки? Правило детектива номер 5. Извинитесь, если вы ошиблись. Ребята, простите меня, это все из-за меня. Извините, что обвинял вас, ребята. На самом деле играть в детектива было очень весело, верно, Скотт? Дуда, ты все понял? В следующий раз детектив Скотт покажет тебе, как надо вести расследование. Что? Играть в детектива было весело. Но не стоит обвинять друзей в том, чего они не делали. Они живут, Дуда-да, знаешь, как их зовут, Дуда-да, много приключений разных вместе.
Вот над землей летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет впереди. Новых мы друзей сумеем найти. Пускай иногда не везет, мы продолжим свой полет. Нас не пугают неприятности эти. Мы не отступаем, мы идем вперед. Идем вперед! Вот над землей летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он? Много еще открытий ждет впереди. Новых мы друзей сумеем найти.